18 мая в 9:30 состоится традиционный пасхальный шахматный турнир в городском шахматном клубе, улица Бакунина, 60, организованный отделом по делам молодежи Пензенской епархии. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от возраста. Собравшиеся играют 10-минутные партии, многие показывают высокий уровень подготовки. Все участники получат пасхальные сюрпризы. Ребята, занявшие первые места, станут обладателями дипломов и подарочных сертификатов. Запись участников по телефону 8 960 320 90 65.